Друзья, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И это новое макияжное видео. Это будет простой, ежедневный, легкий, нюдовый макияж. И акцентом в этом макияже будет красивая, холеная, сияющая кожа. Первым шагом необходимо хорошо увлажнить кожу, напитать ее, для того, чтобы скрыть все шелушения и чтобы дальнейшие слои ложились хорошо на кожу. Я для этого использовала тоник от бренда Гельтек и флюид, сыворотку от бренда Embrealis. Далее я наношу тональную основу, добавила каплю затемняющих капель, и это просто лайфхак этого года. Теперь я могу использовать тональную основу в любое время года, любой тон, благодаря корректировке цвета затемняющими вот такими каплями. Также есть аджастер светлый, который, наоборот, высветляет тональную основу. Далее я буду использовать для контуринга кремовые продукты. Именно кремовые продукты дают максимально холеную вот этот вот эффект вашей кожи. Я использую кремовый скульптор от бренда Chic. Сначала растушевываю ее кистью, а потом вырабатываю как бы цвет и убираю все границы спонжем. Спонж вообще служит как, знаете, такой ластик для того, чтобы скрыть все недочеты, которые могут быть на коже. У меня этот контуринг в оттенке 01, и он, на мой взгляд, мне просто идеально подходит, создает правильную нужную тень, без красноты, без серого подтона. Все очень красиво и гармонично, на мой взгляд, смотрится на коже. Пока я растушевываю скульптор, я хочу напомнить вам про свой чек-лист «Бюджетная косметика», который стоит как чашка кофе 399 рублей. И это кладезь просто полезнейшей, ценной информации по бюджетным находкам косметики, косметических средств, уходовых средств, а также аксессуаров. Для того, чтобы приобрести чек-лист, нужно просто мне написать в Telegram сообщение «Хочу чек-лист». Бонусом к чек-листу идет мой видеоролик, туториал по использованию продуктов, которые я показываю в чек-листе, и созданию супертрендового макияжа во все времена растушеванной стрелки. А я тем временем уже оформила брови карандашиком от Chic Beauty Bar в оттенке Taupe. Очень красивый карандаш, мне он понравился. И сейчас наношу кремовые румяна от бренда Art Visage. И это тоже моя находка этого года. Мне очень нравится этот румян, несмотря на бюджетную стоимость, но они классно распределяются и дают такой, знаете, вот красивый, освежающий румянец кожи. И последнее в моем контуринге – это хайлайтер. Я использую хайлайтер от бренда Elan Pro в золотистом оттенке, также синтетической кистью. Наношу на скулы, нос и галочку над верхней губой. У меня кожа очень сухая, особенно сейчас в отопительный сезон, и я даже не буду припудривать все кремовые продукты на своем лице, но если у вас жирная, нормальная, комбинированная кожа, то я советую вам припудрить, либо же нанести, продублировать каждый кремовый продукт сухим продуктом. Дальше я использую для глаз палетку для контуринга лица от бренда Vivienne Sabo из цирковой коллекции. Наношу, смешиваю скульптор с румянами и пушистой кистью просто прохожусь по складке. На внутренний уголочек глаза наношу хайлайтер, также от бренда Vivienne Sabo, такой вот синтетической небольшой кистью. И прокрашиваю ресницы тушью черной от бренда Chic, тоже, по-моему, легенда. Вообще, кстати, в этом году я очень много продуктов для себя открыла от бренда Chic, и они мне очень нравятся. Теперь беру гелевый карандаш для губ в оттенке 425 от бренда Shu и прорисовываю им контур губ. А далее возьму помаду от бренда Beauty Bomb в 02 оттенке из коллекции, базовой коллекции, и оформлю всю поверхность губ этой помадой. И, собственно, на этом мой макияж завершен. Посмотрите, как красиво смотрится кожа. Ничего лишнего, никаких границ. И при любом освещении, при дневном, и при искусственном, при солнечном свете, ваша кожа будет выглядеть всегда хорошо и красиво. Я надеюсь, этот видеоролик был для вас интересным и полезным. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, всем пока-пока!